впервые. Откуда вы? Я откуда? Ну, сам я из Москвы. Работаю в Швеции в основном. Мегагрант получил в Нижнем Новгороде, недалеко от вас. Прекрасно. А о Казани слышали что-нибудь раньше? О Казанском университете? Я слышал только, что очень хороший город и очень хорошо наука поддерживается. И университет очень на высоком уровне. Он, по крайней мере, вошел в этот топ, сколько-то там, 15, которые претендуют на то, чтобы войти в топ-100 всех университетов. Но это уже хороший признак. Это значит, что вы на очень хорошем уровне, что вас поддерживает ваше местное правительство. Вот то, что вы услышали, соответствует тому, что вы увидели здесь? Вы знаете, я, к сожалению, не так много имел возможности посмотреть, но судя по тому, что вокруг народ отзывается, как все организовано, мне кажется, что да. Очень хорошо то, что вы собрали конференцию, 1500 человек, и все это оборудовано, оформлено, организовано. Это уже хорошо, хороший признак. Ваши ожидания от конференции? У меня главное ожидание, что наши мегагранты будут поддержаны дальше. Это основное, основополагающее. Потому что это же, ну, вложены огромные деньги, создана лаборатория, она запущена. Ну и, конечно, нужно, чтобы это дело дальше продолжалось. Поэтому здесь вот это вот основное пожелание, и вроде его высказывали в качестве одного из пунктов. Вот, поэтому я ожидаю очень положительное воздействие этой конференции. Я пропустил предыдущую конференцию по техническим причинам. Паспорт нужно было продлять. На это я приехал с удовольствием и вижу всех моих коллег и руководство нашей науки. Ну, в частности, с Фурсенком мы контачили, с Луновым. Вот. И мне кажется, что это очень полезно для дальнейшего развития и уточнения, коррекции того пути, каким мы развиваемся.